1 июля, ровно 25 лет назад, впервые с космодрома Байконур в качестве борт-инженера космического корабля «Союз» покорять Вселенную отправился Талгат Мусабаев. Свой первый полет, как признался космонавт, он запомнил на всю жизнь. В общей сложности Талгат Мусабаев совершил 3 полета. Во время первого в космосе он прибыл почти полгода. Общая же продолжительность пребывания казахстанского космонавта составила 341 день, 9 часов, 48 минут и 41 секунду. Долгое время Талгат Мусабаев курировал космическую отрасль страны, внес огромный вклад в развитие авиации и космонавтики. Сейчас он депутат Сената парламента Казахстана. Один человек за все эти годы независимости и вообще в истории казахов не выходил в открытый космос. Мне пришлось, и я горжусь этим, выходить в открытый космос представителю нашей народности, национальности и нести высоко знамя над землей в течение 126 суток, которые я был в полете, в первом полете, выполнял сложнейшие работы вместе с моими бортинженерами, значит, да, в открытом космосе. Восстанавливали работоспособность космической станции «Мир»,